Уважаемые коллеги, я все-таки согласен со многими оценками, которые сегодня прозвучали, но тем не менее хочу, чтобы вы все понимали, за какой законопроект нам предлагают сегодня проголосовать. Значит, там есть две части. Первая часть – по требованию гражданина из интернета, из поисковиков, может быть удалена информация, если она действительно является недостоверной. При этом никаких критериев достоверности или недостоверности не предложено. То есть, грубо говоря, если завтра кто-то написал, что сборная России по футболу выступила плохо и непрофессионально, а игроки и тренер с этим не согласились, они обращаются в поисковую систему и говорят: нам просто не повезло, мы играли замечательно, поэтому эта информация недостоверна, уберите ее. И если вдруг поисковик не убирает эту информацию, то он будет оштрафован на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Или, например, врач плохо лечит. Или, например, режиссер снял плохое кино и так далее. Поэтому пока нету критериев достоверности и недостоверности, голосовать за такой законопроект нельзя. Второй очень важный момент, о котором сегодня мало кто говорил. Любая правда, если исполняется 3 года, любая правда должна быть удалена, потому что после истечения 3 лет может быть удалена и достоверная информация, то, что нам предлагают авторы законопроекта, об этом сегодня не говорили. То есть, опять-таки, любые шубохранилища, любые коррупционные истории, любые смертельные ДТП с участием нехороших людей, даже не буду говорить про чиновников, по их требованию эта информация должна быть удалена. А здесь уже противоречие личного интереса и общественного интереса. И как раз таким образом мы мы вступаем в противоречие с интересами именно общественности, потому что общественность должна знать свои потенциальные угрозы. Ну и самое главное, вот просто представьте, обращается какой-нибудь человек, гражданин из Магадана, и просит удалить информацию. Это означает, что если поисковик этого не делает, он должен туда отправить адвоката, оплатить его услуги. Знаете, сколько перелет до Магадана стоит? 40 тысяч рублей, например, летом стоит, туда-назад. И все это должно быть за счет поисковиков. Мы мало того, что создаем проблемы для работы поисковиков, мы еще заставляем их тратить огромные, колоссальные деньги для того, чтобы оплачивать всю юридическую работу, адвокатов и так далее. У нас и так интернет-отрасль подвергается различному контролю. Сейчас мы фактически создаем возможности, когда они вообще не смогут конкурировать. То есть это удар по бизнесу в первую очередь, это удар по гражданам, которые хотят знать, хороший ли врач, хороший ли фильм, хороший ли детский садик или школа и так далее. Вся эта информация, естественно, содержится в поисковиках. Поэтому просто должны представить, какое количество каждый год условно жуликов, уголовников, педофилов пишут в Google и в Яндекс с просьбой стереть эту информацию. Я считаю, что закон сырой, голосовать за него нельзя. Алексей Валерьевич Казаков, пожалуйста.